Ну что, всем еще раз привет, с вами Макс. Мы смотрим шоу-матч Inspired by God против Top VSGG, LAN против Online, и пока Online лидирует по картам 2-0, и смотрим третью. И БГ в атаке, проиграли они ножи. Тем сложнее им будет. Ну а мы, наверное, врубимся сходу в вентрила команды Top VSGG, послушаем их расклады. Ну давайте, чтобы потом меня не мошнили. Вот как рид начнется. Вот сейчас будем. Давайте сейчас послушаем. Все втроем, да. Возьмите гранату. Да, да. Покажи. Мидл много вышло. Взорвали мидл, трихае. Не идут. Заходи. Далека играем, пацан. Один просто на банане, двое. Малой, скажешь. Я отошел к банану. Я с флешкой, слышишь. Я в песках, короче. Второй, отправился. Коты! Коврак, точнее. А ты где, малой? Кинг, я откину хаес. Я на банане, ну как, здесь, понял, на квадрате. То есть уже банана нету, да? Не, один тип есть за ящиками, короче, один был слева. Залитый, короче, один, очень коловый там. В конце банана. Встань с меня, что ты делаешь? Ушел с банана, тип. Хае кидать будешь сразу. Короче, под Б двое. Ребят, в пят не могут зайти. Ена, ну я больше не смогу выйти. Может Б. Не надо. Не зашли, я с Б, флешкой. Я с флешкой. Ну ой, скажи. Да, Б бегут. Дал. На понте Б, короче, пацаны, на один кафеле банан. Один. С понтом еще не прошел тип. С понтом на кафеле стоит. Банан тип. Залил в понте. Темная тип. Далее. На бомба, пацаны, на бомба. А бомба идет. Я и спину иду. На семье на красная. Библиотека! Да не библиотека! А, в планте. Тип один. На малых тип где-то. Или в планте. В библиотеке убил. Как он план 6 обошел? Я не знаю, я услышал, что слева, понял. Не знаю, где он. Это за. Ну что, что видели, интересная пистолетка была от Top VSGG, двое играло на инфу и трое вот стояли на респе буквально, чтобы быстро хелповать. Ну, она, можно сказать, себя оправдала, бомбу, правда, дали поставить, тем не менее. Ну, тут стоит отметить грамотную игру Inspired by God, двух игроков, которые сразу же перетянулись на А, еще сумели дать по минусу. Ну посмотрим, сейчас вали в ушечко. Ну вот за Денджером он сака в подсаде, и он сейчас будет разваливать чуваков на 7. Ну, по крайней мере, попробует. Давайте за фантомом посмотрим. Нет, все-таки с Денджера газ будет интереснее. О, под флеш вышел, фантом его законтролил. И Роуза убил, фантом выбивает оба девайса. Зар с диглом залетает, но уже тут никого нету. Минус от Кинга на 5. Зар пытается дигла поймать, не получилось. Ну и защита берет без потерь вообще раунд. 2-0 счет сейчас эко и БГ. Ну и посмотрим потом после эко, что к чему вообще. Замер на главке, просто сбор халявы. Берут, защита берет третий раунд, 3-0. Сейчас оружейный, давайте послушаем, что вот на первый оружейный придумает фантом. Втроем? Давай на мидл задавим. Да, втроем. И взорвем, если что, яму. Я откину флешками, кидайте в яму, хай. Блять, промазал. Ну все, я ушел. Блять. Да, на втором. Ты флешкой не попал, я хаешкой. На втором, пацаны, на втором. Сам Миша. Чекай банан просто, дашь инфу, мы придем. Да я понял. Ну я, кажется, ну, блоу, блядь, прострелом как-то непонятно. Флешку дам, давай 2D сделаем, Валя. А, давай, флеш, сейчас, подожди. На коврах, пацаны, хлопки. У меня еще одна. Могу, если что скажешь, могу мидл дать. На коврах тип. Давай.
Еще ковры, хелпуйте. Б, Б, смотри, Б, чувак. Я Б на ящиках смотрю, на первом. Ковры, мидл. Выходит А, пацаны. Ребра. Еще пески. Минус пески. План на семи, на семи, дефолт. В колову очень. План песках. План песках. Курилки убил пески. Потом бы, походу, убил потом. Курилки. Блять, они... пять. Ну так и знал. Чувак, на маску не зайдет. Возле малых. Раз, блять. Идет большим. Бомбу взял. Ебать, ну, война. Ай, халява! Ух, война была. Это же бомба. Алиша Денджер, скилл убийцы просто. Двоих хорошо убил, по третьему просто перестрелки. Шумиша, что Денджер, у них там прострелы просто бешеные. На санях стреляли друг друга, патроны закончились. Денджер же пытался с Глока перестрелять, не получилось. Такой, как фантом, сейчас не убил вышку, я не знаю. Не увидел, видимо. Там лежал смог, может просто выстрелил, не попал. Тем временем счет у нас 4-0 становится. Но вот перед этим раунд был опасен. Во-первых, Кинг хорошо сыграл на коврах. Там дал минус 2 с одной и той же позиции. Ну и потом вот Миша один в один взял. Эко, Inspired by God. Контратеррорист Вин 5-0 и просто какая боль, какая боль. Лан, пацаны летят по полной программе, но вот хорошо бы, конечно, матч сделать второй тур на лане. Организовать с этими же составами. Я думаю, результат будет параллельно другой, но тем не менее. Все равно говорил Денджер, что они настроены на победу. Подкатали они пару якапов, в одном из них дошли до финала. Ну, посмотрим, там сейчас у Вали будет замес. Вообще нереальный. Сейчас, ой, хаешки прочекали, он борода. Борода, гадалки не ходи, прочекали хаешка, начали прошивать. Вышел Артемка, уже минус 2 от Артема. Минус от Фантома, с подсада делает минус АВП, вернее убил подсад. Денджер приконтролил Кинга, ну тут, в принципе, я думаю, сейчас раунд будет за Inspired by God, хотя... Хотя, Фантом и Миша опасные такие ребята. Если кого-то сейчас пропрет, может быть очень интересно. Денджер красный. Минус от Миши. Ну, идут сейвить девайсы. Первый раунд за командой Inspired by God. Но я еще скажу, что в воскресенье, скорее всего, будет передача новая на ВСГГ. В онлайне. Еще, так сказать, нету ей названия. Будет она больше такая новостно-развлекательная, я бы так сказал. Но об этом чуть попозже, наверное, на сайте анонс будет. Наверняка должны быть интересные гости, опять же. Не гости, даже, а ведущие, я бы так сказал. Ну, посмотрим, как оно там все получится. Но, скорее всего, по воскресеньям она будет раз в неделю проводиться, если все будет хорошо. Фантом вышел с АВП из подсада, получил жбан, ушел. Ну, а там поджим 3 с Б. Ух, перестрелка, Кинг убивает небо, минус от Дель, еще минус от Кинга, убивает и метро. Ой, это Миша подогрели, хорошо. Просто, нет, Миша был на ящике, его не задело совсем. Вали делать минус подсада, но вот теперь разрулить ИБГ этот раунд будет очень тяжело. Зара остается один против четверых. Моба, правда, у него, но ему сейчас нужно выждать от ковры. Вали сейчас по-любому макнет свое жало. Ох, да. Убивает, сейчас становится 6-1. Ну, сейчас будем смотреть эко-раунд от ИБГ либо бай. Дропнули АК. Ну, давайте послушаем, что говорит капитан, или, так сказать, координатор команды топ ВСГГ, там больше Фантом дает расклады. Давайте послушаем его. Бай.
Сядь в углу, слышишь, малой? Я кину флешку. На 55, сядь, Валя, а ты на 7, помнишь, давай. Как стоять? Я отвернулся. Да, давай. Нет, ты сиди, контроль. Минус банан, ого. Я понимаю. Валя, чтоб подстраховываешь. Уйди, уйди. Ты контроль, чтоб с подсада не вышел. На восьмерке один есть, Гена. Минус яма. Уйди. Ковры есть. Гена, дашь флешку в мидл, Гена? Давай. В подсаде может быть, дал. Останься, Миш, ну я останусь. 14 хп, чувак. Никого нету, короче, Генки. Минус подсад. Ковры, ковры, раскидка. Бомба, ковры. Еще ковры вас. Бомба на 7. Тип десятки. Хорош. Мне кажется, сейчас фаз Б будет. Ну что, 7-1 счет, и кажется, интернет-герои близки к тому, чтобы на трех картах одержать победу. Это будет, конечно, фейл со стороны Inspired by God, которые говорили, да мы вообще просто мега жесткие пацаны. Но и состав, в принципе, у них хороший. Опытный, все ребята не первый год играют, играют на лане, на чемпах, постоянно катают, но... вот какое-то исполнение от них пошло. Ну, посмотрим. Давайте смотреть за оружейным и послушаем. В яме не лезем. Все, уходи. На флером. Дым тебе кинут без... Блять, в яме очень колупость. В яме коловый. Мидл заходит, ты на втором. Два на втором с бомбой, один на ребрах походу. Все, а блядь, в ребрах он уже. Да, тип в ребрах один. Я сейф, да. Пойдем, пойдем, сейф. Пойдем. А я подстрелюсь. Да ну нас 8 ВТ. У нас все, уходи. Что это было? Он не дебилы. О, все. Там банан я слышал. И комната Миша, банан там какой-то. Рез. Я откинул банан, рез. Банан, тип. Прячься. Банан, тип. Все, пауза. Давай мне, короче... О-о-о. Поставили паузу, игроки. Это в СГГ, я так понял. Вы слышали? Что это было? Просто какая-то эпик музыка. Так, что там? По-моему, ТС меняют. Вернее, вентрила комнату. Сейчас я точно скажу. Да, ребят, поменяли комнату. Чтобы не заходил туда никто, ну, я потом узнаю у них пароль. Значит, пока без него будем. Сейчас я спрошу. Все, отжали паузу, давайте смотреть. Что к чему? Минус 2 от Миши на главке. О, провалился фаст. Сразу так. Мы оказались готовы к нему, игроки.
ТВГ, минус от Кинга, тут дым просто идет перестрелки. Ну и все, остается последний Роуз. Но нет, не с Артемка, Артемка уже больших делает минус. Минус еще от Артемки, что он там вообще сдает. На плентя еще в виде третьего, ух, по нему попадает. Нехило, Артемка минус 3. Ой-ой-ой, 2 в 2. Ну, Вали в спину убивает, но у Роуза есть вся инфа. Роуз это Бартоломео, ну, или не Бартоломео, но может кто-то замена пришел. Там, не знаю, частенько Попс катает с этими ребятами, может Лом. Ну, в принципе, кто-то из Днепра, из днепровского комьюнити. Ну и смотрим. Ох, ну Валя приконтролил. Сыграл на опыте очень грамотно. Ну что, счет становится у нас 9-2. Немножко я забыл со счетом, пока там все выставлял. Ну, топ в СГГ уже совсем близки к победе. Осталось им взять всего лишь... Всего ничего. 7 раундов по сумме. У ИБГ сейчас эко. Хорошая ХЕ прилетает. Ну, тут все. Уже колотый, пошел выход на главку, перестрелка. 10-й раунд для топ в СГГ. 10-2 счет, ну и Smart by God, если они хотят победить, взять хотя бы одну карту, побороться на ней. То им нужно начинать копать, причем прямо сейчас. Причем все вместе, а то вот они выстрелили, кто-то пропирается один в раунде, но этого не хватает. По прошлом раунде Артемка дал минус 3. Но перед этим трое просто погибло, ни за что, ни про что. Мы почувствовали же силу-то в СГГ, Миша делает минус. О, Кинга как поймали. Ооо, Артемка на голову падает. Ой-ой-ой. Так, сейчас нужно быстренько. Ноль. Не спалил никто. IP, вернее, пароль к комнату. Веник. 11-й раунд. Беру топ в СГГ, 11-2 счет. Минус от Роуза, ух. Пошел размен на банане. Это в пользу, конечно, Inspired by God, но вот только что погиб. Погибли сейчас все остальные, это не в пользу. Ну что, Фантом, Кинг двое на Б. Вдвоем будет принимать Артемку и Денджера. По хп, ох, Фантом делает первый минус, но Артем остается 1 в 4. Врывается, делает минус 1, но Кинг сразу же подстраховал. 12-2, и сейчас последний раунд первой половины мы с вами послушаем. Так. Угу. Что-то, по-моему, меня обманули с паролем в комнату. Ладно, разберемся сейчас после этого. Давайте смотреть за замесом. ИБГ выходили на бал, не получилось. Артемка на коврах хотел опять партизаном выйти тоже. Не вышло. Ох, отвали, остается Денджер. С Роузом 2 в 5. Скорее всего, 13 раунд. Минус Денджер 1 в 4. Прилетает ему ХЕ в лицо, Денджер прошивает, еще одного не получилось. Ну, в спину убивает Малой, 13-й раунд для команды. Топ СГГ, так. Сейчас попробуем еще раз. Ну что же, пистолетный пошел. Ох, быстрый дали рестарт, и все, без пауз играют. Сходу ТВГ залетают на Б, ставят бомбу, и сейчас пойдет просто жесткое выбивание. Замес Данилович в банке делает минус один. Кинг в дым пытается насовать, не получилось. У него Вали, о, останавливается спа. Минус еще от Вали, минус от Миши, ну это все. И еще Вали еще и зарезал Артемку.
Ну что, инфаред догонит, шансы очень маленькие, но они есть. Ну посмотрим. Да, своим побороться. Сейчас взяли. О, Денджер АФК стоит. Там, правда, сейчас стайка, не так это важно. Вот следующий раунд будет очень важен. Данила считает хедшот с дигла. Может, что-то получится у него. Низером вдвоем на Б. Но это ВГ выходит на банан. Может, Данила сейчас в дым еще пропрется. Нет, топ с ГГ. Ох, отдался с бомбой. Деджер залепил ему хедшот с дигла. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Ну, Зеро убили сходу. С бомбой идут, но смотрите, Spirit by God сразу же занимают. Готовы под Б выходить, ну и времени уже не так много, все-таки тянутся на или нет. Залетает Миша на санях. Убивает Данилыча, ну... Сейчас надежда на Денджера, если он сумеет одного убить. Нет, его прочекали, рост остается один против троих. Девайса у него нету. Минус Миша, ну. Малой сход убивает спину. Ну что, 14 раундов уже топ СГГ, им 2 до победы. Ну и кажется, что все закончится очень быстро. Очень-очень. Ну не знаю, пароль мне не подходит к комнате, которую мне сказали. Правильно, неправильно, но уже 10 раз водил, не получилось. Артемка ставит пришел с дигла, уже бог с ним, с тем. Вентрила. Минус отвали. 4 в 4. Банан занят. Банан. Заняли топ СГГ. Посмотрим, что будет с ним делать. Малой с бомбой. Ломится чекать, но... Ну, убивает. Ну что, шансы и БГ минимальны. Здорово, сделает минус. Хотя давайте посмотрим. Дал минус бомбу, Вали забрал, ситуация 3 в 3, и Зер идет в спину. Если Зер сейчас может, подрежет кого-нибудь, продаст диглом, но тем не менее. Эх, не попал в голову. Занимают плент игроки. Топ с ГГ, ой, фантом-то в спину убивает фантома. Ну и 2 в 2. Есть девайсы. А у Вали нету. А нет, Вали тоже есть. Ой, Вали тоже убивает в ухо. Роуз минус 2. И это раунд за Inspired by God. 14-3. Общий счет. Ой-ой-ой. Вот это Валевушечку взяли. Конечно, немножко на парафине или игроки. Игроки ТВГ. Это все стали, по одному отдались, там фантома убили в ухо, убили Вали в ухо. Ну сейчас у них диглы, посмотрим на их волевой. Данилыч. Сейчас увидит игроков в подсаде. Нет, решил убежать. Ну посмотрим. Заходит Данилович подсад, делает минус один, Миша разменивает. Миша есть коль. Миша прострелил Роуза. Ну посмотрим, есть шансы, 2 в 2 ситуация. Ой, Миша долго забирал бомбу. Ну и фантом 1 в 1, фантом против Артемки. 100 хп на 88, шансы приблизительно одинаковые. Ну и фантом берет этот раунд, 15 для своей команды и... Ого-го, у инетчиков есть просто вот матчпоинт. Или что, я неправильно карты посчитал, что они выходят? О, это же не матчпоинт, это победа. Это победа, это я что-то обсчитался. Судя по всему. 16-13 в пользу команды Топ ВСГГ, и они на трех картах побеждают команду Inspired by God. Инетчики оказались сильнее, ого-го. Кто бы мог подумать вообще, что все закончится на трех картах. И иначе победят, тем более вот говорили, что это там не топ интернета, что это не сильнейшие. Но вот мы видим, чем все закончилось. И как-то все аж разгромно. Сейчас попробую я Денджера выцепить.
Так. Спросите у него, что вообще за дела? Сейчас позвоним дальше, расспросим, что за дела? Алло, Олег, ну скажи, тебе не стыдно? Мне? Да нет, чем мне будет стыдно? Подвел болельщиков? Это всего лишь игра. Ну расскажи, почему так вот все на трех картах закончилось, что не получалось? Я не знаю, что-то не срослось на первой и дальше пошло уже. Не могли собраться. Ну вот я был вентрило от команды Топос ГГ, они там наморали. Были заряжены на борьбу, у вас была какая-то вот зарядка, хотели победить или вот просто играли там просто? По-моему, у нас никто даже не хотел играть. Вот что было. Ну, такое бывает, можно и проигрывать, можно и выигрывать, что поделаешь. Понятно, ну ты вообще как доволен игрой своей? Я? Нет. Как можно быть доволен, когда проигрываешь? Ну, может, не знаю, проиграл, сказал, я молодец, это мои тиммейты просто восьмы. Не, такого я нет. Тоже косяк. Понятно. Ну, ладно, удачи тебе, твоим тиммейтам. Надеюсь, спасибо. Подсоберетесь, возьмете реванш. Угу, обязательно. Давай. Давай. Ну, а то, видите, сказал Олег, вообще никто играть толком не хотел. Ну, понятно. В общем, слышали, что на борьбу были заряжены. Игроки Топ СГГ, и вот о чем, в принципе, можно говорить, что вот... Настрой решил сегодня очень многое. Настроены были ребята, которые очень в основном играют через интернет. Победили они великих инетчиков. Ну, как великих, все говорят, что в интернете пацаны, которые играют на лане, они всегда круче. Но вот мы видим, что по интернету они проиграли. На лане, я думаю, все было бы, конечно, интереснее, но нет такой возможности у многих постоянно ездить на ланы. Поэтому как-то так. Я думаю, это не последний шоу-матч. Мы еще будем проводить что-нибудь подобное, интересное. Я думаю, что-нибудь будет. Будем потихоньку прощаться. Напомню, завтра будет вся правда о 8 часов. Будет очень интересно. Ну и еще будет одно шоу в воскресенье. О нем попозже расскажу. С вами был Макс. Всем пока. Любите Counter-Strike.